Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Сегодня 1 июня. Лето вступает в свои права, время для новых начал и ярких перемен. 1 июня – это не просто первый день лета, это точка перезагрузки, момент очищения и нового начала. Зима ушла, весна дала нам возможность расти и изменяться. А теперь пришло время открыть себя новому и встретить лето с открытым сердцем и душой, и готовыми к ярким переменам. Почему важно открыться новому? Освобождение от ограничений. Лето – время свободы и независимости. Откройтесь новому и позвольте испытать все прелести жизни без ограничений. Также это время для развития новых начал. Открываясь новому, вы открываете себе путь к росту, успеху и счастью. Свобода быть собой. Лето – время для самовыражения. Открываясь новому, вы позволяете себе быть сами собой и проявлять свою индивидуальность. Как открыться новому? Прощание со страхами. Осознайте все страхи, все сомнения, которые мешают вам идти вперед. Напишите их на бумаге и далее сожгите просто лист. Обязательно определите свои желания и мечты на все лето. Поставьте себе новые цели и начните двигаться к их достижению. Не бойтесь пробовать что-то новое, выходить за рамки своей комфортной зоны. Позвольте себе испытать мир во всех его красках. Также первый день – это идет символический порог нового времени года, когда пробуждается жизнь и предвещает множество свежих возможностей. Именно с приходом первого дня лета важно распахнуть двери сердца для новых идей, вдохновений и начинаний. Обязательно настраиваемся сегодня на светлые перемены. Тем самым вы активируете позитивное мышление. Светлые перемены приходят именно тогда, когда мы готовы действовать, сохраняя при этом легкость и веру в лучшее. Это время, чтобы решиться на шаг навстречу мечтам и целям, без страха и признать свои желания. А еще, чтобы закрепить сегодня свои намерения и открыться новому, достаточно сделать следующее. Просто в течение всего дня открываем свою входную дверь достаточно на немного и говорим такие слова. Пусть первый летний день дарит мне начало, что тянется к свету, к счастью и покою. Открываю источник свежих перемен. Пусть каждый шаг наполнит мою жизнь смыслом и светом. Дверь новому будущему открываю. И пусть будется все, что я сердцем желаю. Вот говорим один раз, этого достаточно. Все, далее дверь закрываем и занимаемся своими делами. И вот будьте уверены, что такая практика обязательно принесет вам светлые перемены.